Саяногорске сорвали сроки строительства нового сквера отцов. Он благоустраивается по программе «Комфортная городская среда» на федеральные средства. Однако работы до конца не выполнены. Но и то, что сделано, вызывает недоумение у депутатов горсовета и горожан, рассказывает Петр Пермяков. Новое место отдыха саяногорцев с интересным названием «Сквер отцов» развивается рядом с городской поликлиникой и детским садом. Эта территория долго оставалась бесхозной, но Саяногорск вошел в программу «Комфортная городская среда», и горожане выбрали ее по итогам рейтингового голосования для благоустройства. Деньги 7,5 миллионов рублей пришли из федерального бюджета. Поиск подрядчика и контроль за выполнением работ – забота местных властей. Срок сдачи объекта – начало ноября. Но строительный сезон завершился, а на месте нового сквера, вместо газонов, скамеек и детской игровой зоны – закатанная в бетон площадка. Я же не знал, что здесь такой вот. Вот сейчас только узнал, что сквер. Что здесь будет вообще? Ой, я думала, стоянка это, пока не знаю. Он же, видите, забетонирован. Ну, долго все затянуто, там долго, я смотрю, стройка. Но она что, похожа, не пойму вообще. Отставание от сроков уже заинтересовало прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства на месте выясняют причины. Специалисты администрации Саяногорска ссылаются на подрядчика. Но депутаты городского совета убеждены. Мэрия изначально сама пустила все на самотек. Во-первых, в комиссию по комфортной городской среде не был представлен детально проработанный строительный проект. Во-вторых, сегодня есть масса вопросов к качеству выполненных работ. На новый сквер не пожалели бетона, но вместо бордюр сделана опалубка. Она без арматуры и уже разрушается. По словам специалистов, опасения вызывает тот факт, что площадка сквера забетонирована с уклоном. И вода весной, и после сильных дождей может стекать прямо на территорию детского сада, который находится как раз за сквером отцов. При этом сквер отцов решили сделать самой светлой площадкой Саяногорска. Здесь планируется установить 162 фонаря. Даже на центральной улице Ленина их гораздо меньше. Зачем столько здесь, непонятно. Когда можно было здесь продумать очень умно, сделать нормальные дорожки, сделать детскую площадку для детей. Сумма контракта позволяет это сделать. Зачем столько сделать бетона и туда столько денег бухнуть, непонятно. Прокуратура Саяногорска в настоящий момент выясняет, почему новый сквер не был готов в установленные сроки. Тем временем депутаты городского совета инициировали собственную проверку. Все материалы будут направлены в правоохранительные органы. Петр Пермяков, Антон Новожилов, Вести Хакасия.